Один из вариантов, как в офисе можно использовать туалетную бумагу вместо салфеток. Для начала нужно извлечь сердцевину. Ну, в принципе, как-то так. Такой простенький лайфхак, как из туалетной бумаги сделать салфетки. Ну и соответственно, теперь если вы случайно разлили кофе на стол, то все это можно будет элементарно убрать. Ну, в принципе, удобно.